Котики вперед представляют. Играем с Катей и Котей. Всем привет, котятки, Котя и Катя. Давайте посмотрим, что сегодня у нас в коробке. О, ух ты, кто там? Привет, земляне, я Емеля. Привет, Емеля, я Котя. Я Катя. Откуда ты тут взялся? У меня очень важная миссия. Я путешествую по планетам и собираю на них мусор. Ну что ты делал в коробке? Мой корабль потерпел крушение, и я искал в коробке запчасти, чтобы построить новый. А, теперь понятно. У меня очень плотный график, и из-за крушения корабля я могу не успеть на другие планеты, и тогда моя работа пойдет коту под хвост. Коту под хвост? Нам такого не надо. Давай мы тебе поможем построить твой корабль. Спасибо, земляне. Пойду убираться. Котятки, давайте посмотрим, что может предложить нам волшебная коробка. Итак, каркас, цветная бумага для украшения и куча нашего разного барахла, с которого, конечно же, можно сделать космический корабль. Приступим. Берем наш корпус ракеты. И намечаем, где у нас здесь будет вход. Котятки, какой цвет покрасим наш корабль? Какие у нас тут есть цвета? Розовый, желтый и голубой. Давайте сделаем корпус розовым, купол голубым. И желтую звезду по центру. Ну, Катя, как скажешь. Давайте сделаем синий купол. Берем два листа, склеиваем их тут, обворачиваем вокруг и обрезаем снизу лишнее. А теперь давайте сделаем основание у ракеты.
давайте сделаем звезду по центру. Давайте добавим немного красок к нашей ракете. Еще одна. Емеля, ты закончил? Закончил. И мы. Ух ты, какая яркая ракета получилась. Пойду заберу мусор, который я собрал. Пока, Емеля! Пока, земляне! Еще увидимся!